Ну чё, ребятки, всем хэй, вы на канале Экзи, и сегодня будет обзор на очередную новую акулу, ребята. В предыдущем обзоре у нас был обзор на вот эту вот мрачную акулу молот, и что я вам могу сказать, акула просто офигенная, то есть мне понравился ее стиль, ее вообще эта вот рисовка, да, ну и как бы сама акула, она тоже очень сильная, так что вот, ну просто офигенно, да, но... Это, ребят, не все. То есть, смотрите, после этой акулы у нас идет большой папочка, то есть вот этот вот, вот этого акула, да, вот, вот этот большой папочка. После него идет мистер Кусака или же Мозазавр. Это очень имбовая акула, она очень имбовая, но вы сейчас просто охренеете, ребят. Ну, то есть, смотрите, она может жрать, сами видите кого, то есть может жрать... своих же сородичей и может жрать вот этих вот, вот больших папочек, вот. Так что, смотрите. Теперь обратим внимание на хп. 275. Теперь мы покупаем. Мы покупаем. И что мы видим, ребят? А мы видим такую кнопочку, как эволюция. Это просто жесть. То есть, кнопочка эволюция. Это значит, что сейчас будет что-то жесткое. Нажимаем. И что мы видим? Мы видим лорд Кусака, или же Тейронозавр, или как там еще, ну короче. Вы просто посмотрите, сколько у него хп. 610 хп. 610 хп, то есть в простой вот, этот, вот этой вот особи, да, 275. То есть это получается сколько? Это в два раза больше, даже немножко больше, это пипец. И посмотрите, кого он может уже хавать, вы просто вы взгляните на это, то есть, да, это очень дорого, 800 гемов, это очень дорого, я не знаю, как это вообще возможно накопить без каких-то там модов или же читов, но, ну, скорее всего, это невозможно, но 800 гемов это очень много, но вы покупаете и смотрите, оп-оп-оп, и мы переместились аж вон сюда, то есть, мы, можно сказать, сильнее, чем вот эта акула, то есть, чем вот эта акула, и... Ну, за эту акулу не думаю, что мы сильнее, но за эту акулу и за эту акулу мы точно сильнее. Это уже большой плюс, ребят. Теперь что мы делаем? Мы прокачиваем также. Вы только посмотрите эту стоимость, сколько стоит прокачка. Это просто жесть. Я не знаю. Мне кажется, вот самому, то есть без щитов, на это накопить практически невозможно. Но вы только взгляните. Это очень много, это пипец как много стоит. Прокачка вот эта вот, это просто жесть. Я не знаю, это просто жесть. Так, предлагаю еще вооружить, то есть, не знаю, там, купить детеныша, что ли. Значит так, ребятки, я лучше, давайте экипируем, не знаю, каких-то помощников, что ли, но можно было бы сюда добавить свою, то есть... мини-кусака, но я не знаю, есть ли он. Да. Скорее всего, такого нету, к сожалению. Но... Ладно, это... То есть, это чистый обзор этой акулы, так что я ничего экипировать не буду. Лучше. Лучше ничего не буду экипировать. Просто вкачал по максимуму и погнали так, как и есть. Вот. Все, погнали. Сейчас посмотрим, протестируем, что это вообще, то есть, за акула, но... Конечно, стоит она очень дорого. Во-первых, вы просто посмотрите на ее скорость. То есть я просто плыву, но вы просто взгляните на эту скорость. Это просто безумная скорость. Это пипец. То есть скорость просто безумная. Вы что, серьезно? Мне вот это говно может сейчас сожрать, убить? Да вы что, серьезно? Что это за дичь? Ускорение? Вы чё? Это чё такое? Это что? Пипец! Вы это видите? Это просто жесть. Вот такое мне нравится, честно. Мины можно спокойно сжать. То есть, смотрите, могу и большую мину сажать, и маленькую мину сажать. То есть, здесь просто всё охеренно. Вы просто посмотрите, мы просто ускоряемся, мы можем крушить просто абсолютно все на своем пути. Кстати, это очень огромная мина. Ну-ка, смогу ли я
Да, эта акула даже может такую мину сажать. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Это жесть. Это очень здорово. Предполагаю сейчас проверить суперспособность ее, да? А ну-ка, погнали. Это... Не понял. То есть она... Ага, все, походу понял. Короче, ее суперспособность заключается в том, что она испускает из своего рта какой-то... Я не знаю, какой-то огонь, что ли, или что это, но, короче, испускает какое-то вещество, которое заставляет просто, то есть, завымирать всю добычу, да? Ну, который касается вот этой вот херня, да? Но это офигенно, скажу я. То есть, ты просто юзаешь вот так вот. Ну, это прикольно, это очень прикольно, серьезно. Эта суперспособность намного лучше, чем была предыдущая акула, если вы не помните. О, еще золотая лихорадка. Yes. Не, вот честно, акула мне нравится. Давайте проверим, как эта акула себе будет вести на суше. Вы это видите? Мы можем ползать по суше. Только я еще могу сдохнуть. Но она очень быстро ползает по суше. Это как какой-то, не знаю, крокодил. Это реально как крокодил. То есть мы эволюционировали, да? И теперь у нас есть лапы. Это просто, это пипец. Стоп, это просто прыгает? Вы только посмотрите, насколько она высоко может прыгать. Это... Нет, все, это просто... Это очень плохая акула. Она стоит своих денег, походу. Вы только посмотрите на это, она жрет практически все мины, то есть она просто крушит абсолютно все, корабль, нет корабля, уже больше уже нет корабля, вот, большой корабль, тоже нет большого корабля, это просто, это пипец, я просто в шоке, серьезно, вы только посмотрите на ее скорость, вы просто посмотрите на ее скорость, это же, не, ну это пипец, это просто пипец. Да, она как будто замораживает свою добычу, и потом только остается это сожрать, и все. Опа, какой-то дракон. Ну окей, окей, пусть будет. Так, это меня убивает, да? Да, это меня убивает, окей. Так, жрем все, абсолютно все подряд. Даже все так и сделаю. О, да-да-да-да-да, вот это мне нравится, что мне нравится. Оп, и все. Акула просто офигенная, честно я вам скажу. Медузы тоже, мы просто практически все медузы можем жрать. Ну, короче, это офигенно. Это просто офигенно. Опа-на, я опять золотая лихорадка. Сейчас еще вот это применю. Вы просто посмотрите на эту скорость. Вы просто посмотрите на эту скорость. Это не человеческая скорость. Нет, даже не так. Это не акулья скорость. Это просто... Это скорость даже не знаю кого. Это просто пипец. Как акула может настолько быстро плавать? Я вообще просто хз. Но я вам отвечаю. Эта акула, это просто что-то с чем-то. Она стоит своих денег. Опа-на. Да ладно, убил сотной... Тычки, ничего себе. Я, пожалуй, еще раз, то есть я возражусь буквально один разок, да? Этого я жрать. О, этого я могу жрать. Окей. Но тот кальмар, который меня убил, вот он, у меня вообще, он даже ваншотил, да? То есть он меня одной тычкой убил. Это жестко. Признаю, это жестко. О, кстати, этого я могу жрать. Нет, этого не могу жрать, все, понял, принял. Я акулу могу то заморозить, да, но сожрать не могу. Сожрать уже не могу. Все погнали просто, вы просто посмотрите, мы бегаем по суше, только она очень быстро умирает на суше, но если надеть экипировку, да, то есть какую-то там, чтобы... Ты не так быстро подыхал на суше, то это будет просто замечательно, это будет просто четко. Вот. Но мне кажется, что с данной акулой, если, ну,
немножко аккуратнее играть, да? То есть не попадаться на каких-то жестких атак, или же их просто игнорировать, то, ну, мне кажется, что можно набить до хера просто лямов очков. Ну, а это как минимум прикольно, то есть это круто. Только меня сейчас только что чуть не убили. Чуть не убил дайвер. Опа-на. Я даже, если честно, не понял, кого я только что сожрал, но окей. Блин, я не могу. Сейчас вот у меня не... что случилось? Почему я не могу? Я уже что-то обосрался. Я думал, что эта акула не может разрушить вот эту субмарину. Ой! Вот видите, как раз таки говорю, вот, вот такая акула меня может просто сваншотить и все. Так что здесь нужно еще быть поаккуратнее. Знаешь, что я могу сказать по поводу этой акулы? Охеренная акула. Она просто четкая. Она мне понравилась. Вид у нее просто охеренный. Но, скажу я вам так, это не самая сильная акула, да, она очень жесткая, но не самая сильная, то есть ее могут сваншотить даже, ну, допустим, вот эта акула ее может сваншотить, или же вот эта, ну, или же вот эта акула тоже ее может убить, вот этот просто, это вообще, это монстр, это ваншот и все, и просто тебя нету, так же и про эту, так что... Охеренная акула, но сказать сложно, что она стоит 800, если не ошибаюсь, гемов, да, кристаллов. Я бы не сказал, что она стоит таких вот прям, то есть, такого бабла, потому что это очень много. Это без шуток, это очень много. Так что, ну не знаю, не знаю, мне кажется, это невозможно накопить 800 гемов, это же, ну, это как? Здесь, походу, никак, то есть, здесь без доната уже никуда, то есть, здесь только остается способ этот донатить, вот. Больше не думаю, что есть какие-то шансы накопить 800 гемов, кроме доната. Так что как-то вот, ребят, как-то вот так. Если вам понравился этот видосик, вы сами знаете, что нужно сделать. Во-первых, это поставьте лайк, ну, там можете, конечно, подписаться. Ну и, конечно же, прокомментируйте этот видосик, если вам есть что прокомментировать, конечно же. Так что вот так. Ну, вы были на канале Экзи. Всем удачки, всем пока-пока.